Всем приятной жизни, это психиатр, мы продолжаем играть в Зомбис 2. Так, я тут уже запустил финансовую потерю, давайте ее по-быстрому пройдем. Я думаю, у нас получится все. Вот, если она не сложная, конечно. Ну, посмотрим. Блин, что-то оно не очень. А как это? А, ну тут же можно переходить с тобой. Ну, за это. Просто сажать. Блин, надо было вниз. Ну, ладно. Ой, что я сделал? А, еще. Сейчас, короче, мы продуем. Ну, по-быстрому что получается. Ну, а я лучше вот так вот сделаю. Что-то я как-то поступил. Так, вот теперь будет туда сдувать, наверное. Что-то как-то жестко, ребята. Вам не кажется? Блин, как-то такой массовый случился. Я даже не знаю, что тут делать. Мать его. Сволочи. Да сука. Бля, ну не в очко. Чувак. Да блин, ну чё это как-то это? Не нравится. Такое. Бля, я хочу прикопить. Ой, идите вообще леший, вот. Да, идите в очко. Блин, больно трудно. На, тогда мне не понравилось. Хочу, мать вас. Епси, думап, нафиг, такую пенату делали. Слушай, да бесплатно, я сыграю еще на ногу. Так, ну чё, посмотрели видос. Замечательно. Давайте, может быть, сейчас будет как-то получше, я не знаю, как может быть получше, но... ХЗ. О. Может быть, надо сюда грибочки ставить. Вот. На самом-то деле. Так оно бывает. Блин, да нет, важно то, что грибочки надо сюда ставить. Хрень. Полная хрень. Ибо... Ибо грибочки не могут далеко стрелять, а эти стрелять могут. Вот, давайте вот так вот сделаем. Как-нибудь. Что ли. Так, вот тут вот против этого силы надо ставить. Убивать, там, как там. Так. Ага. Блин, ну ты не пробьешь, чувак, я хочу. Мне чуть-чуть подсказываешь. Не сможешь, так, ладно. Ну, в принципе, если какие-то вот не страшного, все равно я их сыграл по сотрудницам. Да что так жестко-то? Сволочь. О, нормально всех этих пули.
поднять их. Блин, пошел бы чего, чувак. Блин, ну где, мать его, последняя волна вас там? Нам бы продержаться как-нибудь. Ну где нас прости, да ну пап. Бля, а как так вышло, что оно вот так печально? Фак, 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 ну фак, ну твою, блядь, мать, ну вы охуели, что ли, суки, курицы, нахуй. Блядь, пошли по другому ряду, сучки, ебаные. Так, давайте, мать его, еще раз. Не, ну мы должны затащить эту пенату гребаную, что это за нахер? Сучка, вонючая. Бля, ну какого нахуй вы даете мне? Дайте мне, блин, норм растения. Вот. Бля, вы ебаны нахуй. Чё вы по этому ряду пошли? Сучки. Да бля, какого хуя тут все сразу так это? Вы чё? Черти. А чё иди, блядь? Сука, нахуй, съела. Нате, жрите. Сволочь. Паскуды. Знаете, блядь, летели нафиг. Бля, да какого черта тут так все жестко пошло? Ну чё это за дерьмо? Ну... Бля, пиздец какой-то. Да иди в жопу, нахуй. Ой, господи, я не знаю, чё это за дерьмо такое? Ща вообще не пошло. Бля, четвертый раз, мать его, заново. Играем эту гребаную пенату. Блин, ну в прошлый раз вообще растения дали говёные. Эти говнюки пошли все по одному ряду. Вот, и сразу, бля, опять. Да можно мне, блядь, атакующий нахуй. Ну вот смотрите, суки, блядь, по одному ряду. Твари. Дрожащий. Чмошки. Нате, смотрите. Где, блять, мои атакующие нам растения? Вот они, чмошки. Дали как -то. Да заебал, блядь. Жрет он еще. Дули всех этих. Ой, как. Бля, можно мне вот эту говну не давать? Так часто. Тут, блядь, меня прожрают, а эта хуйня не может разбить. Чмо. Я, блядь, не могу хуйна. Да что это за дерьмо сейчас? Бля, ну идите лешим, ну какого хера так все тупо? Сука, ты, блядь, ты вы заебали, вы...
Не, ну это реально жестко идут. Как, мать его, за ногу я это должен проходить? Что это за дерьмо сейчас? Блядь. Да у меня, блядь, второй раз вообще идеально почти получилось. Там, блядь, пару куриц нахуй заехал. Чё сейчас за говно пошло? Вначале, блядь, дают дерьмо. Там выйдут, блядь, по одной линии, нахуй. Чё это за говно? Тут, блядь, говно рекламируют ещё. Своим могу устраивать. А, ну я ебать, я пройду этот уровень нахуй. Просто. Гребаные грибочки. Вот, блядь, сейчас они, значит, подгубли. Блядь, я не туда посадил гребаные грибы. Фак, твою, блядь, мать. Бля, ну что ты за чмо? Блять, это та еще и раз. Просто. Да. Очко и. Блядь, да заебали курицы нахуй. Сучки вообще. Ой, бля. Ой, идите лешим просто нахуй, курицы. Ну все, блядь, они прожирают. Я не знаю, как у меня в первый раз удалось нормально сыграть. В этот раз говно какое-то. Точнее, во второй раз удалось нормально сыграть. Последующие, блядь, разы там. Дерьмо какое-то. Альбинат, блядь. Вот серьезно, блядь, как я должен с двумя, блядь, грибами и какими-то этими отбивать вот эти полки? Я не знаю, я вообще в шоке. Просто. Идите лешим, нахуй мне тут не надо пасть, сдавайся. Все нахуй, говно редкость. Просто человек, который придумал вот эту пинату, он просто нахуй мудак. Просто редкостный нахуй мудак. Просто нахуй дебла. Че за нахер? Че это за дерьмо? Че тут, блядь? Чё это за шляпка, нахуй? Бля! Чё это за хрень? Бля, смотрите! Ух ты ж, ёпта! Слушайте, прикольно! Прикольно, мне нравится этот уровень. А ну-ка. Вот оно, ёптель. Я, блядь, тут могу нахуй вообще ничего. Вот так просто ставить по КД. Халяпу. На, чё, сдох? Ля, блядь, улетели.
красавчик. Ну вот, но я все равно поставить не буду. Фак! Ну-ка нахуй. Ах ты мразь, блядь, лучший. Да нет, Гаргантюана тоже, значит, тогда вообще не нужно ставить здесь. Главное, вот это Гануха. Па. Вообще изи, ёптель. Изичный уровень, мать его. И надо, блять, говно. А уровень изичный. Вот так вот. Нехер. Вот нахер. Чё, блин? Нечего сказать, кучки. Ладненько, ребята, я на этом выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.